Учитель, вы сказали, что мы как души соединяемся в едином поле, словно в общем растворении. Вопрос, какое состояние следует после этого? Михаил из Вильнюса. Какое состояние следует после всеобщего растворения десятки друг в друге? Раскрытие Творца. Вот в этом общем растворении, вот в этом общем супе так называемом, да, который мы из себя сделали, из своих общих желаний, отдачи и любви между собой. Так вот, в нем раскрывается Творец. А что это такое? Творец? Да. Общая наша сила отдачи и любви друг к другу. Это то, что мы создаем. Мы создаем Творца. Его на самом деле самого нет. Понимание такой откровенной истины, оно необходимо людям. Что это только в связи происходит. Да, да, да. Человек создает, выходя из себя. Человек создает Творца.